Ребятки, железные пути. Ого, вот это бомба, вот это взрыв. Второй взрыв. Ого, отлично, просто супер. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки, и сегодня мы будем играть в игру Railroad Madness. Так, ну что ж, погнали, давайте, собственно, посмотрим, что же это за игрушка, и как в нее нужно правильно играть, и с чем ее нужно, ребяточки, есть. Давайте включим и посмотрим. Так, ребятки, я уже здесь немножко включал ее, я прошел первый уровень, давайте теперь я вам покажу, что это за игра. Так, ребятки, смотрите, это у нас такая, она похожа очень на Earn to Die, игра называется... зомби-машины, да. Но здесь немножко все по-другому. Здесь зомби никаких нету. Здесь нужно проезжать просто, ребятки. Смотрите, мы едем на американской машине, на армейской. Потом у нас дальше идет охотничья машина, дорогие друзья. Потом у нас идет Гелендваген и Хаммер здесь есть. Вот что нам, в принципе, нужно будет потом в будущем с вами открыть. Ну что ж, давайте, собственно, купим, наверное, бензин. И давайте, наверное, приступим к гонке. Поехали. Так, давай-давай, газу. О, отлично. Так-так-так, тихо. Надо быть более внимательным, потому что здесь, ребятки, можно упасть. И наш водитель может просто-напросто пострадать. Тогда придется начинать все сначала. Вот так вот, проезжай. А, отлично. О, ребятки, железные пути. Ого, вот это бомба, вот это взрыв. Второй взрыв. Ого, отлично, просто супер. Ребятки, отличненько, продолжаем мы. Так, третья миссия у нас не за горами. Так, что у нас есть? 2000, давайте, наверное, купим что-то. Это будет, наверное, двигатель. Отличненько, ребятки, да, это двигатель. Так, ну что ж, погнали. метров путь мне нужно проехать за 40 секунд, ребятки. Если в прошлой игре нам приходилось давить зомби, то здесь нам приходится за время преодолевать различные препятствия, которые стоят у нас на пути. Вау, вот это взрыв! Бабах, вот это да! Еще раз, отлично, просто супер. Вот это я понимаю взрыв, дорогие друзья. Вот это я понимаю, да. Так, продолжаем. Дальше вот это гоночки у нас идут. Так, ребятки, станция 1, гонка 4 сейчас будет у нас. Так, давайте, наверное, купим... Что это такое? Это управление. Давайте пускай управление будет. Поехали. Давай газу. Американский автомобиль, ребятки, довольно-таки прикольный в управлении и... Едет довольно-таки круто. За разбитые ящики, видите, я получаю денежку. Чем больше, ребятки, я разобью ящиков и различных препятствий, тем больше я заработаю денег, естественно. 40 метров, ребятки, осталось. Финиш, отличненько. Так, $785 мы с вами заработали. И это, ребятки, просто замечательно, хочу вам сказать. Так, давайте купим, наверное, колеса. Или двигатель. А, для того, чтобы обновить, нам нужны дополнительные, ребятки, очки, которых у нас пока нету. Давайте, собственно, с вами пока продолжим все это без очков, а там дальше посмотрим. Поехали. Погнали.
Так, продолжаем игру. Так, это-то-то-то-то-то. Так, ребятки, новая у нас. Миссия первая у нас новые, ребятки. О, у нас 5 очков мы получили, отлично. Ребятки, у нас новая стоит дорога, что ли. Как правильно назвать-то? У нас новая стоит дорога. Так что нам нужно теперь пройти это препятствие новое. Так, ну что ж. Оу, отлично. Газу, газу. Так, бак мы заправили. Вроде бы бензин есть у нас. Проблем с бензином у нас быть не должно. О, тихо-тихо, ребятки. Мы на поле увидели, как перепрыгнули. Ого. Ого. Давай, 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 отлично, отлично, отлично. Так, ребятки, закончился у меня бензин, я не успел проехать, но мы с вами возьмем рестарт. А, мы же можем сейчас прям улучшить. Подождите, ребят, давайте нажмем на паузу, перейдем в гараж и, наверное, улучшим, например, двигатель. А, у нас 2400, нам не хватает. Давайте коробку передач улучшим. Все, теперь мы должны приехать первыми. Ой-ой-ой, вот это взрывы, ребята. Так, оказывается, мы едем по поездам. Ой-ой-ой. Так, ребятки, время-то проходит, да я не успеваю ехать. О, отличненько, дорогие друзья. Mission completed. Это означает, ребятки, что миссия пройдена. Отличненько, просто круто. Так, и переходим ко второй миссии. Сколько у нас здесь деньжат есть? 3000, отлично, давайте увеличим объем двигателя и теперь поедем дальше нашу игрушку играть. О, уже машина довольно-таки быстрее едет. Гоу, так, поехали. Посмотрим, что нас ждет на этом уровне, на таком тяжелом, а, ребята? Вау! Вот это взрывы. Ребятушки, скоро финиш. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно, я вам хочу сказать. Так, ну что ж, поехали дальше. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, у нас есть 2800. Мы, может, можем купить, наверное, бензина больше, да? Все, отличненько. Полный бак бензина, ребятки, мы купили только что себе. И это просто, ребятки, круто. Так, погнали, поехали. Довольно-таки прикольно разбивать эти ящики. За них мы получаем денежку. Немаленькую, тем более. Посмотрите, сколько мы с вами уже заработали денег.
Так, ребятки, звуковой сигнал предупреждает меня, что скоро уже закончится мое время. И отличненько, мы, дорогие друзья, успели. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, на сегодня будем заканчивать. Этот эпизод, ребятки, подходит к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Поставьте пальчик вверх и напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно, дорогие друзья. Встретимся в следующих сериях, ребятки, различных других игр. Пока-пока.